Это человек представлен профсоюзной организацией «Крымские морские порты». Тут тоже, ну, это самое, очень активный человек, является старшим по дому, очень активно работает в общественной организации Крымского, нашего торгового порта, поэтому и был представлен для участия в работе общественного совета. Дальше Быковский Михаил. Дмитриевич. 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 Михаил Дмитриевич. Тоже его выдвинула общественная организация инвалидов, наша общественная, большущая наша организация инвалидов, так как он постоянно с ними работал, волонтером, оказывал большую поддержку и помощь. Вы знаете, этот человек с большими идеями и очень много помогал Богу. И мы посчитали, что его работа в общественном совете будет очень полезна. Конечно, были кандидатуры от администрации, были кандидатуры от городского совета, но хочу сказать, что для меня вот нет разделений. Я знаю это практически всех довольно давно. И я считаю, что сегодня общественный совет, не говорю о прошлом, мы смотрим только вперед. Я думаю, что достойный общественный совет, который будет работать в ближайшие 2 года. И что бы я хотел сказать. Вы знаете, какие задачи поставлены перед городом, да? В каком состоянии он сегодня. И наши задачи очень глобальные, серьезные. Но и в то же самое время очень большая поддержка идет от главы республики, от совета министров республики Крым, лично от главы республики Аксенова Сергея Валерьевича. Очень серьезные задачи. Поэтому, когда мы сформировали этот совет, ну, скажем так, обсуждали его, смотрели кого-то, поверьте, как-то так было много кандидатур, честно говорю. Ну вот, остановились на вас, и я думаю, что выбор сделан правильно. Я бы хотел, чтобы общественный совет был помощником в наших будущих больших делах. Я за критику, но критику конкретную. Я готов к диалогу, к любому. Я открыт для любого телефона. Я думаю, у всех есть, если у кого нет, возьмите. Не прячусь, не бегаю. Команда работать будет наша усилена. Более того, сегодня я на аппаратном совещании дал поручение, и Ольга Станиславовна меня поддержала, что у нас обходы продолжаются по поручению главы. Мы продолжаем коммуникации. Вы знаете, что в этом году у нас дополнительные выборы в сентябре, в единый день голосования по 2 избирательным округам мажоритарным. Это серьезная тоже работа. Вы знаете, что сегодня доверие к власти не то, которое бы мы хотели видеть. А это тоже, это плохо. Это очень плохо. Соответственно, такие могут быть результаты выборов. Я бы хотел... Выборы — это не главное. Выборы — это как показатель, как к нам относятся, к нашим действиям. Я бы хотел, чтобы будущий председатель общественного совета, вы, коллеги, понимали, что общественная организация не должна быть условно раз в месяц собрали, поговорили, разошлись. Я предлагаю вам обсудить момент совместного с нами общения с людьми. Вы же общественники, вот и замечательно. А вот на улице вот там общество кирчан. За 3 года, до 25 года, мы должны благоустроить Керчь, отремонтировать все дороги. Самая главная моя, скажем так, боль или как там называете проблема, это проблема найти подрядчиков. То есть деньги есть. Вот с теми, кто их, скажем так, правильно освоит вовремя, вот это уже проблема. Но это задача администрации, понятно, и мы будем ее исполнять, потому что поручение главы республики, председателя Совмина, они для нас закон. Мы будем это делать. Еще раз, вот тесное взаимодействие только с администрацией, с депутатами, с вами. Я готов выезжать на встречи, если вы захотите. У нас нет выходных. Мы работаем постоянно, вот уже 5-й месяц. Поэтому есть вопросы, задавайте. Надо оттуда приехать, помочь чем-то, пожалуйста. Надо приехать на ТОС. Или надо приехать куда-то в порт, или на завод, или я не знаю там куда. Давайте, я готов приехать, выслушать. И чем могу, тем будем помогать. За вами и за нами стоят наши люди, которые
достаточно большой период не испытывали того внимания, которое им нужно оказать. Масса пожеланий кирчан, жалоб, просьб, криков о помощи, там не знаю сколько тысяч, мы еще даже пока формируем этот реестр отдельно по каждому дому, по каждому району. Их очень много, тысячи, но за 10 дней работы с начала приезда Саумина в город и вот по сегодняшний день мы выполнили обещаний за 10 дней более 800. Уважаемые друзья, что за Беспалова Юрия Анатольевича на должность председателя общественного совета города-героя Керчи, прошу голосовать. Единогласно, да? Спасибо большое. Валерий Александрович, а вы проголосовали? Или... Да. Я прошу прощения, да. Не видно. Юрий Анатольевич, я предлагаю вам занять здесь место и уже дальше продолжим голосование.